За зажигание. Пожалуйста, ждите.
Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди, рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери! Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Thank you.
Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Герметичность не нарушена. Система жизнеобеспечения стабилизирована. Заставь чертовы пушки работать.
Ты напугал меня. От этого места мурашки. У нас только что влетел гребаный астероид. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но... я действительно ничего не знаю ни об обелиске, ни о другой чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и все. Вот это каша. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема. Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от 3 распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Но сначала надо запустить служебные лифты службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. Слушай, Айзек, будь осторожен. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. Все персонал палубы! Оружие на них не действует! Мы долго не сможем их сдерживать!